Милая мохнатая бородавка. Фиона, подожди. Эмилио, привет. Привет. Как дела? Возвращаюсь домой после утомительной учебы. Что ты делаешь в пятницу? Извините меня, я здесь. Фиона? Извини, что я делаю в пятницу? Чем могу быть полезен, ваше ведьминство? Ничего не надо, уходи. Не знаю. Пойдешь со мной на танцы? Если у тебя нет планов, конечно же. Простите меня снова. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Никакое проклятие? Я могу расцарапать его лицо для вас? Нет, да... Я думала, ты идешь с Мэдисон. Мэдисон? Что? Нет. Я... Да, с удовольствием. Да? Супер, отлично. Тогда я заеду к тебе домой. Домой. Привет, мам. Привет. Ты снова пилила когти? Пока, мам. В эту пятницу я иду на танцы. С парнем. Как мило. С человеком? Он заедет за мной. Пообещайте мне, что будете нормальными. Никаких заклинаний, ничего странного, ладно? Пап, я же просила. Я хочу, чтобы Эмилио считал нас нормальными. Конечно, милая. Мы будем нормальными. А Луна не пойдет на танцы? Луна? Кузина Луна? Она вечером прилетает из Англии. Луна приезжает? Сегодня? Насколько? На пару месяцев. У них ремонт в пряничном коттедже. Наконец проведут электричество. Мы думали, тебе не помешает компания ведьмы твоего возраста, особенно Луны, когда вы были маленькие, смеялись всю ночь. Но обязательно сегодня? Ты не рада ей? Нет, рада. Она мне нравится, но Луна немного... Немного что? Только что с метлы.